Совет Улемов Таджикистана порекомендовал рабочим Рагунской ГЭС не соблюдать пост в месяц Рамазан. Эта фетва была озвучена Советом Улемов Таджикистана после визита сотрудников Совета Улемов на стройплощадку Рагунской ГЭС. Усман Али Нуров, заместитель председателя Совета Улемов Исламского Центра Таджикистана, сообщил Радио Азади 21 мая, что фетва выпущена муфтием Саид Мукаррамом абдул -Хадир Зада на основе законов шариата. При этом не уточняется, какие доказательства а именно хадисы или аяты, легли в основу данной фетвы. Когда мы посетили стройплощадку и тоннели, то убедились, что сильная жара, задымленность, а также работа в очень трудных условиях на глубине более 300 метров делают невозможным соблюдение поста. Муфтий выпустил фетву и ознакомил рабочих с ней. Строители могут соблюдать пост в более подходящее время, сказал Усман Алинуров. Напомним, что ранее президент Таджикистана на встрече по поводу наступления священного месяца Рамазан

фурсат аз даст меравад ҳосил талаб мешавад ва табиис ки дар зимистон аҳли хонадони мо ба сахтию мушкилот дучор мешавад наравем кишт накунем дарав накунем дар зимистон фарзандонаон гурусна мемонад ва ин вақтро баргардонда намешавад Следует заметить, что согласно исламу, пост во время месяца Рамазан является обязательным для всех мусульман, достигнувших половой зрелости. За исключением путников, женщин, кормящих грудью, беременных, физически больных, немощных стариков, а также женщин в дни менструальных или послеродовых кровотечений. И в этом нет разногласия среди исламских масхабов.